в коем веке выбрались мы на природку. Это Кумовских. Мы вот в нашем парке, тут на Герой Сталинграда. Смотри, палец. Суша пытается распалить костер. Ну что, тебя не хватит, извини. А как она листья поклала туда еще, да? Боже, спаси, сохрани. Это чипсы, а не листья. Там она чипсы палит, чтобы сосиску пожарить. Да. Серьезно, обычные чипсы? Ксюша, да, будет жарить сосиску. Вообще. Впервые такое слышу. Круто. Ой, природа, красота! Ой, это не то. Да, красота, все правильно. Вот. Давай сфоткаешь. Вот, смотрите, какое солнышко. Это мы. И мы самые офигенные. Подожди, сейчас переверну, покажу. Так. Туда ничего не кидай, потому что оно за потухнет. Да, вот. Вот костер, смотрите, какой шикарненький. Горит, да, Эрни? Да. Почему он даже где-то сосету? И теперь нас никто не заметил. Так, что ты ешь? А, это конфета. Ну, надо взять еще. Да, вот, они занимаются костром. Между нами тает лёд. Пока. Пока что. Всё. Короче, сегодня у нас такое приключение, что мы забрались в моем доме на крышу 9-го этажа. Я хочу показать вам, как она выглядит. Так, держись, Эрни. Высадь, смотри, как классно. Здесь высоко. Мы не собираемся делать суицид. Просто это реально круто, что мы находимся на крыше, и мы это сделали на нычку. Чтобы никто не видел, потому что это как бы опасно, ну и не положено залазить на крыше. И мы реально на крыше. Вот, смотрите. Мой телефон раздувает. На крыше 9-го этажа.